Всем привет еще раз. Надеюсь, сеть нас не подведет, и наш эфир все-таки состоится. Поэтому все, надеюсь, что нормально. Сегодня у нас тема о женщине в спорте. Еще раз. Приветик еще раз. Ну, вроде бы я тебя вижу четко теперь. Да, видимо, тут у нас сеть немножко не ловит. Да. Так. Но у меня работает четенько. В общем, так, я, к сожалению, не смогла сохранить то, что мы первый раз говорили. Наверное, просто пройдемся вкратце. Да. И чтобы я как бы сохранила, и чтобы вы не теряли время тоже. Я оценю ваше внимание, ваше время, что вы нашли его. Дорогие друзья, познакомьтесь, это Екатерина Середенко, она депутат Харьковского областного совета, президент женской хоккейной лиги, женского хоккейного клуба «Пантера». Может быть, президентом лиги, кто его знает. Сейчас по кофейной гуще можно нагадать такого, что может и сбудется. Дай бог. В общем, Катерина, можете, пожалуйста, рассказать вкратце о себе еще раз для наших зрителей? Сложно. Всем привет еще раз. Привет, Булбул. Я очень рада тебя видеть. Спасибо тебе огромное, что мне выпала такая честь быть первым твоим гостем в твоей рубрике «Women in Sport». Хочу немножко рассказать о себе. Меня зовут Катерина Середенко. Мне 31 год. Я президент женского хоккейного клуба «Пантера» из города Харьков, Украина. Также я являюсь депутатом областного совета, секретарем комиссии по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма. Кроме этого всего, конечно же, моя сейчас, там, где я сейчас работаю, это я директор детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта. У нас есть тут три дисциплины: водное поло, прыжки в воду и плавание. Но это вкратце. Я замужем, у меня есть сын, ему 11 лет. Это вот, ну, минимальная информация, которую я могу сейчас дать. Классно, спасибо большое. В общем, у нас тут был вопрос, во сколько вы пришли в хоккей, почему хоккей, и вообще, что вас вдохновляет в этом виде спорта? Я пришла в хоккей достаточно в позднем возрасте, то есть не со школьной скамьи, я пришла в хоккей и вообще в спорт. Я пришла в хоккей тогда, когда пришла ко мне такая идея организовать женскую хоккейную команду в нашем городе. Мне было тогда 26 лет, это был 2016 год, как сейчас помню. И вот с этого момента я в хоккее. Ну, это я считаю, что хочу, кстати, вот так сказать, что мне кажется, что никогда ничего не поздно, ничего не поздно поменять в своей жизни. Нужно действовать только своим, идти за своими чувствами, идти за своим, как говорится, за тем, что тебе лежит. Поэтому это даже такая мотивация, что, ну, вообще ничего не поздно. В любом возрасте можно что-то начать. Я думаю, на самом деле, вами сейчас вдохновятся многие девушки, многие женщины, мамочки, что на самом деле в хоккей можно прийти в любом возрасте, главное иметь желание и усердие. Вот. И вот расскажите, пожалуйста, про... Вот мы прервались как раз-таки на эфире, то, что на этом вопросе ключевая причина открытия женского клуба, с какими трудностями вы столкнулись, вот про вот это все? Причина была такова, что как бы мой супруг непосредственно занимался очень много лет развитием этого спорта у нас в городе. Он является президентом молодежного хоккейного клуба «Динамо Харьков». На тот момент был другой клуб. Ну, то есть непосредственно все равно он был в этом спорте. Также он бывший игрок юношеской сборной Украины. Амплуа его была вратарь. И я тогда
И на тот момент я вообще работала в суде, я была помощником судьи по уголовным делам, и у меня всегда возникал вопрос, почему мужчины играют в хоккей, а женщины нет, но это же вообще несправедливость какая-то. Ну как, если тяжелые атлетики девушки есть, в синхронном плавании мужчины есть, как бы и ничего им не мешает, то почему бы и нет? И тут как раз такое стечение обстоятельств, знаете, вот как ты подумала, тебе уже что-то судьба превозносит. И тогда ко мне обратились представители Федерации хоккея Украины с идеей такой, чтобы организовать женскую хоккейную команду у нас в городе. Ну, конечно же, я согласилась, хотя я еще не знала, с чем придется мне столкнуться позже. Даже не понимала, что ну, это не так просто, наверное. И тогда... Конечно. Я получила, опять же, я все равно возвращаюсь к своему супругу, я получила от него колоссальную поддержку, который сказал мне, Кать, ты справишься, у тебя все получится, я тебе в чем-либо помогу, поэтому ни в чем не сомневайся, не сомневайся в своих силах, все обязательно будет так, как ты захочешь. И, конечно же, это меня вдохновило, я почувствовала, что я не одна, что рядом со мной есть крепкое плечо, которому я могу опереться, к которому я могу обратиться за советом. Так или иначе. И, конечно, вот это вот уже стало вот превращаться в реальность с этого момента. Классно. Я считаю, что это очень круто, когда люди поддерживают друг друга, особенно близкие люди. И я рада, что у вас не стало выбора, как бы, либо семья там, либо выбирай. То есть это очень круто, и я думаю, что это для многих будет пример, что у вас такая вот поддержка, взаимопонимание, уважение интересов друг друга. Вот вы сейчас говорили, что у вас первый год, например, вас помогала вот Федерация хоккея. А потом уже второй год и остальное время вы уже как бы сами своими силами двигали и держите этот клуб. Да, было такое, что да, первый год, сезон тот, который когда мы заявили свою команду на участие чемпионата Украины, нам действительно там финансово, в принципе, Федерация хоккея Украины нам помогала. Оплачивала какой-то лед, оплачивали выезды на участие в чемпионате Украины. Дальше как бы мы уже полностью перешли на самообеспечение. От кого-либо другого, и поэтому мне пришлось вкладывать собственные средства для участия в чемпионате Украины. А та часть, которая подготовка, то есть тренировочный процесс, конечно же, я хочу поблагодарить всех своих членов своей команды, всех девушек, тренеров, которые на энтузиазме, тоже собственными средствами. Мы оплачивали там тренировочный лед, оплачивали услуги тренера. И потом мы пришли к тому, что вот да, вот мы когда имели возможность финансирования, мы, наверное, не так серьезно к этому отнеслись в тот сезон. То есть мы получили бронзовые медали. Но я считаю, что на первый раз это был хороший результат, потому что те первые и второе место команды, которые заняли в тот год, они были более опытные, они существовали дольше, а у нас было всего лишь 2 месяца подготовки. Во второй сезон, когда мы входили, мы ставили себе совершенно другие цели, особенно когда ты личные деньги вкладываешь уже, ну, совершенно ты становишься еще и требовательный сам к себе. И тогда мы, ну, бились на льду не на жизнь, а на смерть просто за эти медали, и мы выиграли тогда это золото, и я считаю, что это очень классный результат за 2 года существования, что мы стали чемпионами тогда Украины, и все это, все благодаря командной работе, то есть начиная как бы от меня, да, как от руководителя клуба, заканчивая там игроки, тренерский штаб и даже нашими болельщиками, которые нас тогда поддерживали. То есть все это командная работа, то есть это не работа одного человека, даже не двух и не одной пятерки, это каждого человека, каждый человек, кто вносил свой вклад в эту победу. Классно. А потом, когда, конечно же, когда мы привезли медали в свой город, тогда мы уже частично получили какую-то финансовую поддержку от городских властей, от меценатов, от неравнодушных просто людей. Но это очень дорого стоит, и я понимаю, что
все деньги, которые сейчас вкладывают в спорт неравнодушные люди, меценаты и тому прочее, они от этого, как бы, в принципе, никаких бонусов не имеют. Там, у нас нету такого, что да, я буду помогать спортсмену либо спортивному клубу, и я там буду освобождаться, к примеру, от налога. У нас такого нет в Украине. Поэтому все эти средства, которые помогают спортсменам, это все, не знаю, нужно болеть, наверное, верить и просто любить это. Да, на самом деле классно, ну, то, что вот так у вас все идет. И что не менее важно, я хочу заметить, что смотрите, это же все-таки женщины. Помимо вот этой команды, помимо спорта, у них много дел, у них дети, работа, другие интересы, там кому-то что-то помочь. Просто я говорю это к тому, что женщины на самом деле способны на многое, не только да. На спорт, они способны совмещать прям почти все, наверное. Если мужчины сфокусированы на чем-то, то тут всегда есть жена, которая поможет, подаст, там курс приготовит. А тут ты сама женщина, ты играешь, ты делаешь дела, у тебя работа, у тебя дети, у тебя дом. То есть на самом деле это прекрасно. Я считаю, что вы такая женщина, прям inspiring, вдохновительница. На самом деле, очень большое уважение к вам. И вот это большой труд открыть команду и держать ее на плаву. Вот самое, как бы, мне кажется, важное. И вот я хотела спросить. Вот у вас есть сборная Украины, юниорская, ну, женская. Согласны ли вы с тем, что вот в зарплатах у спортсменок в Украине и мужчин-спортсменов есть немножко, ну, не то, что немножко, а вот большая прям разница в зарплатах? Булбул, я тебя сейчас очень удивлю тем, что у нас спортсменки, хоккеистки вообще не получают в Украине зарплаты. Даже те, которые входят в национальную сборную Украины, они не получают никакой материальной помощи. Это ни стипендии, ни зарплата, ничего. То есть девушки у нас, ну, я ими восхищаюсь, но вот я действительно согласна с тобой, что женщине, наверное, все по силам, и она все в состоянии выдержать и все преодолеть. И те девушки, которые попадают в национальную сборную, они... Ну, опять же, на энтузиазме отстаивают свою страну на международных аренах, не имея взамен, как бы, никакой материальной поддержки. Это, конечно, есть такая проблема у нас в Украине. Что касается ситуации зарплат в клубе у женщин, я не знаю, как в других клубах, я не могу за них отвечать. Но у нас в клубе, у нас тоже девчонки все на энтузиазме, без зарплат играют в хоккей в национальном первенстве, то есть среди женщин. И, ну, мы пока не на том уровне, чтобы... И у нас нет тех финансовых потоков, чтобы быть на зарплате. Точно так же и я. Я трачу очень много своего личного времени для того, чтобы этот клуб вообще держался, как-то его, этих членов своей команды мотивировать, чтобы мы оставались вместе, сплачивались как-то вот просто на любви к этому спорту. Я просто хочу сказать о том, что если ты пришел в хоккей, ты уже оттуда не уйдешь. Он так глубоко в сердце тебе попадает, что ты не можешь уже от него отказаться. И я очень хочу все-таки... Я не знаю, опять же, как другие клубы будут работать, но у меня стоит цель к тому, чтобы выйти на тот уровень, чтобы мои игроки, конечно же, были на каких-то зарплатах. Пусть это изначально будут невысокие зарплаты, но это будет каким-то приятным бонусом. Потому что сейчас идет, у нас уже идет за 5 лет существования смена поколения. Мы воспитываем девчонок, которые подрастают. И дай бог, чтобы к тому моменту, когда они придут уже во взрослый хоккей женский, они уже будут иметь какие-то условия. Когда они будут приходить в клуб, они будут получать экипировку. Когда они будут за игры получать какие-то премиальные. Это, да, конечно, у меня все в планах. И я поставила себе такую цель, что я рано или поздно мы к ней придем. И опять же совместно со своей командой. Потому что все, что мы делаем вместе. Успех не заключается в одном человеке, все равно мы взаимосвязаны, и общая работа приносит результат. Что касается у мужчин у нас в стране, да, у нас есть, допустим,
мужская лига, украинская хоккейная лига, где ребята играют на зарплатах. На каких зарплатах, я, конечно же, этого не знаю. У каждого клуба свои возможности. Вот. Мой супруг, который является президентом молодежного хоккейного клуба «Динамо», в этом году не выставил свою команду в чемпионат Украины. По причине, опять же, финансового потока, потому что недостаточно большое финансирование. А насколько ты знаешь, я думаю, у мужчин уже хоккей на том уровне, что это является их профессией, в принципе, за которую они должны получать деньги. Вот. И как у нас, вот я же говорю, у нас пока это все на любви, на энтузиазме, но мы к этому придем, я в это верю, и все будет у нас отлично, я в этом уверена просто. И мы верим в вас. Спасибо. Кто посмотрит этот эфир, воодушевятся, как бы, чем больше людей знает об этой проблеме, тем как бы лучше, потому что никогда не знаешь, откуда придет помощь на самом деле. И это да, насчет того, что женский спорт иногда вообще не оплачиваем, это мы как бы все знаем, и это идет медленно, но это идет, и мы к этому идем, и я думаю, с таким желанием, с такими, тем более с таким коллективом, как у вас, с такими девочками, вы обязательно добьетесь того, к чему вы идете. Просто я спрашиваю именно вот про команду, потому что на данный момент мы хотим сами в столичном клубе «Нур-Султан» открывать секцию девчачьего хоккея, и на самом деле это очень много дел, это надо ходить и органы, просить, писать письма разные, просить финансирование. Поэтому я затронула эту тему, что все-таки иметь и открывать хоккейный клуб – это достаточно дорогое удовольствие. Вот я хочу тебе, кстати, сказать, вот, да, вот осенью прошлого года я избралась депутатом областного совета. Но я тебе вот сразу говорю, из-за того, что вот все думают, вот она стала депутатом, у нее по-любому везде красный, ну, зеленый свет, и у нее тут поток каких-то финансов, просто у нее там везде двери открыты. Нет, совершенно не так. Я точно так же хожу, точно так же пишу письма, хожу по кабинетам, хожу, прошу, заявляю о себе, заявляю о своей команде. У меня, по сути, как бы нет никаких привилегий. Да, я знаю, может, как и где работает тот или иной механизм, как и где можно, я знаю, где проходят какие гранты, где какие конкурсы проходят на уровне местного самоуправления. Я, то есть, это вот все отслеживаю, я в курсе дела всех событий, да, но у меня нету такого, что вот все ко мне тут сразу бегом прибежали, и все, Катерине Середенко, давайте ей тут сейчас перекинем сразу денег на содержание ее клуба. Совершенно такого нет. И больше скажу, что только вот буквально несколько лет назад у нас девчонок начали допускать в детскую спортивную школу Олимпийского резерва к мальчишкам. До этого у нас в Харькове их не допускали, и мы тоже точно также ходили, писали письма с возможностью, чтобы не нарушать закон о гендерном равенстве, к примеру, да, чтобы девочек согласно своего возраста плюс 2 года могли допускать к мальчишкам. Сейчас мы уже добились того, что эти девочки могут идти в школу спортивную по наделению хоккей с шайбой, мальчуковые команды и тренироваться вместе с ними до 12 лет. Дальше, после 12 лет, они уже приходят к нам в клуб. Круто, блин, очень, это вообще, это, я считаю, это огромный шаг вперед. Сначала только в этом городе, потом, глядишь, будет дальше больше. У нас как бы та же самая ситуация, именно вот в Нур-Султане, у нас есть и бары из КХЛ, и там МХЛ, и всякие-всякие лиги, мужские команды, школы, но у нас также девчонки у нас играют с мальчиками, которые младше их на 2 года, то есть... Uh-huh. Ну, слава богу, что да, им разрешают. Хотя бы. Да. Вот у меня теперь как бы немножко отходя от хоккея, да, мы с вами очень близки тем, что у нас хоккей все-таки вот здесь прям горит на энтузиазме, это очень круто, прям, если честно. Вот отходя от хоккея, да, у меня вот такой вопрос: что бы вот вы испытали, когда вот были избраны
депутатом Харьковского областного совета? Ну, конечно же, как и спортсменка, я испытала только положительные эмоции. Это такая же победа, как и на хоккейной площадке, потому что я в свою победу очень много вложила, много сил, много энергии, постоянно была в коннекте со своими избирателями. Я сначала не ожидала на самом деле, потому что это первое мое баллотирование было, но опять же, мы выбираем близких себе по духу людей, да, я шла с такой сильной достаточно командой, даже самой сильной в нашем городе, она мне стала, как бы, ее этой команды принципы были мне близки, потому что моя партия поддерживает развитие спорта в нашем городе. Для меня это очень главное и очень такой основной показатель, что да, мне вот с этими людьми по пути. И, конечно же, я очень благодарна руководству нашей партии, что взяли меня в свою команду. И я считаю, моя победа – это показатель того, что я их не подвела. Поэтому я опять же благодарю всех своих близких, которые меня поддерживали. Нелегкое время, когда предвыборная кампания идет, это 24/7 ты должен быть в контакте с людьми. 24/7 ты должен был готов куда-то выехать, приехать. Ты должен был всячески способствовать развитию своего района, города и так далее, своей области. И результат этот, опять же, он весь заключается в той же командной работе. Я всем благодарна, я очень рада, что так все получилось. Впереди у меня еще 4 года этой каденции, а дальше будем смотреть, как судьба повернется. Поэтому я уже не хочу ничего загадывать, что будет дальше, честно. Где дальше, что дальше преподнесет. Я думаю, потому что, как сказать, если ты чего-то хочешь, и ты к этому идешь, то ты это получаешь. Это опять-таки говорит о том, что вот насколько сильная женщина у вас сегодня в эфире, насколько вот, не знаю, это получается, вами это движет, и вы это получаете. Мне кажется, это самое-самое классное, и это стоит ваших усилий, потому что в итоге вы получаете результат. Это говорит о том, что если чего-то желать и просто сидеть, это не сбудется, а надо вот действовать. И вот у нас Екатерина вот прекрасно прям сегодня, мне кажется, я буду вдохновлена после нашего эфира. Вы прям просто круто. Смотрите, вот как вы все успеваете все-таки? Я не замужняя пока что, но у вас и дети, и семья, и спорт, и клуб, и вот эта социальная деятельность. Как просто вы все успеваете? Булбул, я в один момент поняла, что действительно я могу где-то что-то не успеть, могу по причине своей нагруженности что-то забыть. И мои девчонки уже знают, что если я забыла о чем-то, они уже на меня не обижаются, потому что действительно очень много сейчас информации в моей голове. И я начала вообще все записывать, планировать свой рабочий день, рабочий график. И у меня все четко расписано. Я очень организованный человек. У меня должно быть все четко по полочкам. Вот если у меня написано завтра там в 11 встреча в одном конце города, а в 12 в другом, то так оно тому и быть. Все должно быть организовано, все должно быть четко, и все должно выполняться в свои сроки. Конечно, может, немножко меньше я стала уделять дому, но я думаю, что моя семья, она со мной рядом, она меня поддерживает, и все это мы проходим вместе, и я им благодарна очень за их терпение и за их поддержку. Круто. А как детки ваши, ну, отреагировали, ну, вообще, на то, что у вас теперь еще меньше времени, у вас теперь еще больше обязанностей. Сколько им лет, если вот можете поделиться? У меня один сын, ему 11 лет, он занимается, вообще не поверишь, он занимается фехтованием.
У нас в семье есть право выбора, мы занимаемся тем, чем тебе, что тебе интересно. Если мой ребенок выбрал фехтование, значит, так тому и я его в этом поддержу. Вот. Мой ребенок, конечно же, он уже сознательного возраста человек такой, хоть и маленький, но человек, и он тоже всегда радуется моим успехам, так же, как и я радуюсь его успехам. Вот когда мы выиграли вот последний, вот, да, вот буквально недавно закончился чемпионат Украины, и мы победили, он мне звонит, говорит: «Мама, ты что, опять выиграла?» Я говорю: «Да, сынок, я опять выиграла». Он говорит: «Я тебя поздравляю, а когда уже следующий будет турнир?» Классно, блин. Так. Классно. Смотрите, вот я хотела затронуть тему. Вот именно разные группы будут и международным, то есть ежегодным, международным. Я вот сейчас тоже добиваюсь того, чтобы его включили в календарный план. Как вы смотрите на то, чтобы принимать участие вот в этих турнирах? Бубу, я тебе желаю в этом только успехов в организации твоего международного турнира. У меня уже есть опыт организации женского международного турнира с участием американской команды у нас в городе. Это прошло, по-моему, 2 года назад я организовала такой турнир. А в прошлом году мы должны были ехать в Румынию на, тоже на международный турнир, но ситуация в мире с COVID как бы нам наши планы изменила. Не знаю, как дальше будет, перенесется ли он на этот год, либо нет, но мы готовы были туда выехать. Что касается твоего турнира, сразу хочу сказать, что, конечно же, мы с радостью примем твое приглашение участия в твоем международном турнире в Казахстане. А дальше мы будем работать над этим вопросом в плане, опять же, того финансирования, частичного хотя бы, для возможности выезда нашей команды к тебе. Я буду с тобой постоянно в контакте по этому вопросу, я тебя буду поддерживать, может, я со своей стороны тебе помогу привлечь и другие команды там с Европы, с Америки, ну, я думаю, у тебя в Америке и так есть много достаточно контактов, да, с девчонками, и пригласить есть кого. Но я думаю, даже если я дам тебе свой, как бы, свою телефонную книжку, как бы, я думаю, что она тебе все равно может пригодиться. Если мы вместе с тобой объединим усилия и расширим этот турнир до невероятных размеров, это будет только круто, и потом сделать его традиционным, возможно, в разных странах, ежегодным, то это будет невероятное достижение. Я тебе буду всячески помогать со своей стороны. Все, что тебе необходимо в плане контакта с другими командами какими-то или еще что-либо, я буду тебе, конечно же, содействовать. Со своей стороны я буду работать, конечно же, в поисках финансовых средств для возможности выехать в Казахстан в следующем году к тебе на турнир. Мы с радостью бы приняли бы участие в твоем турнире. И сразу тебе тоже хочу пригласить к нам в Харьков, может, с девчонками из Казахстана. У нас очень красивый город, здесь развита спортивная инфраструктура. Один из лучших, я вообще считаю, что у нас один из самых лучших городов в Украине, самый красивый. Никого не хочу обидеть, я просто патриотка своего города. И, конечно, хочу пригласить тебя лично и девочек из Казахстана к нам в город. Если у вас будет такая возможность, мы, конечно же, под ваш приезд организуем и турнир, и соберем команды, и других пригласим представителей других стран. И если мы вместе будем объединяться, опять же в команду, вот, опять же, я возвращаюсь к командной работе, если мы будем вот такие вот люди объединяться в один, как говорится, кулак, то у нас обязательно все получится, и мы будем выходить на супер-классный уровень. Да, может, вначале это будет затратно и по времени, и финансово, но нужно верить в лучшее, идти к этому, и пусть рядом с нами будут те люди, которые будут нас поддерживать, и тогда точно все получится.
Классно, классно. Спасибо большое, да, мы как бы, я со своей стороны тоже буду стараться, чтобы мы могли посетить все-таки. Именно вот работу. Надо это сделать. Будет классно, если еще будет больше таких женщин, как вы, которые вот от любви к спорту, в развитии женского спорта делают вклад такой вот, вдохновляют, успевают все делать. Я очень, честно, вот я считаю, что мы провели вот этот эфир. Я думаю, что он очень полезен для нас. Конечно. Булбу, я еще, может, давай пробежимся по вопросам, тут писали люди, может, мы быстренько поотвечаем, я думаю, что тоже было бы интересно получить ответы, чтобы не игнорировать наших слушателей, я думаю, это было бы уместно, и тогда уже по итоге. Хорошо, давайте, ребята, девчата, все, кто смотрел эфир, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте. Вот тут вот, вот смотри, вопрос есть. Выразите ваше мнение о женской сборной Казахстана. Ага. Но я думаю, этот вопрос ко мне или к вам? Да, я думаю, я вопрос. Но я думаю, что вот именно женская сборная Казахстана сейчас, она движется вперед. Именно девчонки молодые пришли, уже немножко идем к тому, чтобы менять подход. У нас вот прошло... может быть, 10 лет были всегда чемпионками Казахстана. Это говорит о чем-то. И, ну, я думаю, что мы движемся в верном направлении. Поэтому... Но мы как бы на пути развития все еще. Так. Так. Вот дальше вопрос. Даже не вопрос, наверное, утверждение. От всего Казахстана поздравляем вас, Булбул, и гости с днем Казы Карпеш и Баян Сулу, с днем влюбленных в Казахстане. Будьте счастливы и любимы. Огромное спасибо. Булбул, сколько и сколько в вашем городе есть ли детские команды женские? Так. Сейчас я посмотрю, сколько команд в стране. У нас всего 5 команд женских в стране. В нашем городе, в Нур-Султане, сейчас одна профессиональная команда. И вот мы работаем над созданием хоккейной секции для девочек, чтобы была возможность. Так, мы будем помогать развитию вашей идеи. Чем сможем, будем помогать. Очень крутая идея, только вперед. О, супер. Да, 100%. Я, конечно же, Булбул, хочу, вот я тоже, когда готовилась к
эфиру с тобой, я изучила твою биографию, и ты вот та самая первая девушка, которая сыграла в национальной женской хоккейной лиге в Америке. И я, наверное, хотела бы тебя попросить как-то смотивировать. Вот я просто вижу, что мои девчонки из Украины смотрят, и те, которые и помладше, и постарше. И может вот именно их я хотела бы, чтобы ты сказала каких-то пару слов для мотивации именно для таких вот девочек, которые на начале своей хоккейной карьеры. Хорошо. Дорогие мои прекрасные девочки, хочу вам сказать, что все в этой жизни возможно. Чтобы раз вы выбрали этот вид спорта, то идите до конца, не смотрите ни на кого, никого не слушайте. На самом деле все несбыточные вот эти вот желания, их легко превратить в цели, прописать пошаговый план и просто идти, и, конечно же, работать над собой. А главное вот выбирать правильное окружение, окружение, которое будет двигать вас вперед, которое вот будет вдохновлять, мотивировать, верить в вас. Поэтому я думаю, вас родители обязательно поддерживают. И, конечно же, никогда не сдавайтесь, верьте в свои мечты. Вот смотрите даже на вашу Екатерину Зриденко. Она вот столько всего умеет совмещать. Я думаю, вы просто не вправе опускать руки, когда у вас есть такая вот женщина-вдохновитель. Поэтому всем удачи и здоровья, успехов! Бу-бу, спасибо тебе огромное. Мне просто даже нечего добавить. Ты как будто с языка сняла все мои, как говорится, те правила, по которым я живу. Я тебя очень благодарю за нашу такую встречу пока в таком формате, но я верю в то, что мы с тобой встретимся и в жизни. И обязательно мы с тобой рядом, мы с тобой вместе. Можешь рассчитывать на нашу поддержку. Вместе только вперед и только к победе. И всем остальным нашим слушателям тоже хочу пожелать, идите к своей мечте, чувствуйте сердцем, и все обязательно получится. Ничего не бойтесь, никого не бойтесь, не бойтесь каких-то стереотипов. Только любовь к тому спорту, который вы любите, и только поддержка ваших близких может вам помочь на вашем пути. Все, круто. Спасибо вам большое. Будем на связи. Да, пока-пока.